Народ, я в прошлый раз как-то эту красоту пропустила. Тут еще террариум есть. Это террариум. Это ящер-поваранчик. Это зублефар. Понятно вам? Ящерица из рода зублефаров. Сейчас мы их всех посмотрим. Цинк, полосатый петерс. Рептилия из семейства ящериц. Надо же, а похож больше на ужика. И вот еще ящерки. А кто там поет, интересно? А это, видимо, с той стороны кто-то поет. Или прямо вот наверху в потолке. Как я в прошлый раз пропустила такую красоту. Она, правда, стоит 300 рублей, но оно того стоит. Особенно учитывая, что нам тут до полседьмого еще бродить, потому что полседьмого будет шоу. А на улице прохладно. Буду снимать короткие ролики про каждое животное. Где гекконы? Нет гекконов. Гекконов нет.